И снова спортсмены берутся за пистолеты. У Хунты компактный, но надежный кольт. У Домингеса Орел тот самый слонобой, который он так и не успел попробовать в действии. Пока наши герои ищут друг друга, давайте посмотрим, где они оказались. Покинутая деревня, карта сравнительно компактная и очень интересно устроенная. Деревня разделена на две части большим оврагом, через который переброшен мост. Вдобавок под землей между ними проходит тоннель, который начинается и заканчивается в подвалах домиков. Самое важное здесь — определить, где находится противник. С этой стороны или с противоположной, или вообще под мостом. Поиски затягиваются, наши герои так и не сподобились увидеть друг друга, зато они успели заглянуть в дома и убедиться, что мебели там... Контакт! Огонь! Вы выиграли матч. Слоновой показал себя с неожиданной стороны, все три пули попали в цель. Домингес топчется на улице с обрезом. Хунта исследует подземные ходы. Никто из них не знает, по какую сторону от моста находится враг. Засмотревшись по сторонам, магистр неосторожно сползает во враг. Кажется, теперь он ищет, где бы забраться назад. Вот он внизу! Сюрприз! Домингес отвоевал мостик, воспользовавшись преимуществом внезапности и позиции. Дело постепенно движется к перестрелкам за мост. Домингес уже вышел к мосту и осторожно осматривается. А потом переходит мостик. Делает он это очень правильно и вовремя. Сзади к нему подкрадывался Кристобаль. Контакт! Страж моста ранен, он прячется в земляном укреплении, которое, похоже, здесь специально для таких случаев. Наши герои по разные стороны мостика. Перестрелка прямо через весь мост! Вы выиграли матч. Домингесу здорово досталось, но он победил. Даже несмотря на то, что в этом раунде была засчитана ничья. Автоматы расширяют возможности игроков, но, увы, не помогают им быстрее найти друг друга. Домингес уже на прежнем месте, там, где он подстрелил Кристобаля. Эта тяга к местам былой славы у него в крови. Занял защищенную позицию перед мостиком и о чем-то думает. Ага, кого-то увидел. Нет, показалось. Thank you.
Ветерок подул. Даже в этой небольшой деревушке наши следопыты умудрились потерять друг друга. Кажется, Хунте пора возвращаться в деревню. А Домингес? Он вышел на возвышенность и теперь стережет мостик. Пока никто на мост не покушается. Хунта по-прежнему ищет врага где угодно, но только не в районе мостика. Долгие и трудные сомнения, стоит ли выскакивать на мост, чтобы осмотреться, или это слишком рискованно. Домингес решился, он выскакивает на шаткие доски, контакт! Хунта сориентировался быстро, а позиция у соперника не из лучших. Вы выиграли матч. В короткой перестрелке пожинает плоды выбранной неудачной позиции. Финальный раунд. Домингес оказывается на остановке и ищет способ забраться наверх к деревне. Интересно, куда он пойдет потом? Его соперник выбирает позицию и пытается найти хоть кого-то. Домингес тем временем по привычке выходит к мосту и пугливо осматривается. Хунта в затруднении. Где же тот, в кого здесь надо стрелять? Здесь нет и здесь нет. Проверь мостик. Домингес все так же стережет овражек, пока магистр возится внизу. Так искать друг друга они могут очень и очень долго. А вот теперь ситуация становится намного интереснее. Наши герои совсем близко друг к другу. Просто один бродит по мосту, а другой... зыркает из-под моста. Разминулись. Thank you.
Не успела закончиться 33-я минута раунда, как началась 34-я. Слегка заскучав, боец позирует на небольшом постаменте, на заваленке, а в этот самый момент Хунта таки добрался до мостика. Контакт! Вы выиграли да, матч. Не вовремя выбежал из-за домика Домингес.